Друзья, всем огромный привет из Польши. Я знаю, что вы любите, когда я вас беру с собой по магазинам, так что мы сейчас пойдем с вами в магазин Rossmann, покажу вам, где купить косметику в Польше, крема и так далее. Так что всем приятного просмотра. Итак, заходим. И что мы видим? Сразу же видим зубную пасту. Зубную пасту, зубные щетки. Ну, из паст, помимо какого-то колгейта, то хорошо брать вот такие вот более натуральными, с натуральными складниками пасты. 15-16 злотых сейчас даже по скидке, тоже с разными вкусами. Тут мята цитрина, то есть мята-лимон, минт, очень мятная. Вот такого плана здесь с углем, тоже полезная зубная паста. Эти неплохие. Вот, ну, то есть брать более какие-то с натуральными составами. Ну, из более таких дешевых вот такая вот фирмы Альтера. Вот такая вот зубная паста. Био тоже неплохой. У нее состав тоже 6 злотых стоит. Так, зубные щетки тоже. Вот, пожалуйста, ценники все видно. Есть с переработанного пластика вот такие щетки. Также есть бамбуковые щетки. Вот, пожалуйста, цены с разными цветами. Тоже можно выбрать, чтобы не брать вот этот пластик. Вот с переработанного. Тоже деревянная щетка. Тоже 7 злотых сейчас по скидке даже. Вот, так что вот такие вот расценки. И детские, понятное дело, с разными героями. Вот такие вот маленькие щетки тоже, сразу же с пробником. Вот такой фирмы зубные щетки Elmec, надеюсь, правильно говорю, то они очень рекомендуются стоматологами. Вот здесь, куда ни пойдете, к какому стоматологу, то у них все с этой фирмы. В общем, очень здесь популярная, распиаренная фирма. Вот. Ну, а кстати, и вот можно здесь же купить вот такая детская паста этой же фирмы. Вот, все врачи, стоматологи здесь рекомендуют такую пасту. Ну, вот и вот такая детская, кстати, хорошая тоже. Я вот такую предпочитаю. Здесь она 99-98% натуральных складников, плюс она веганская. Вот. А которую стоматологи рекомендуют, то вот, пожалуйста, здесь зелененькая есть. Я не знаю, чем они цветами отличаются, но обычно вот это вот оранжевая, это самая первая, которую рекомендуют. И стоит она всего 14 злотых. И здесь огромный бутылек. Здесь разные для волос, шампуни и в том числе разные олейки, как масла для волос. Здесь тоже можно, вот, пожалуйста, найти. Тоже все волосы, все для волос. Вот такой вот тоже с витаминами, с разными. Тут маленький бутылечек, вот буквально на полупаковке. И можно пользоваться тоже. Вот такой вот разный с виноградной косточки тоже масло для волос. А это порошок для волос, чтобы волосы не так быстро омарались. 19 злотых почти. Вот здесь тоже масло для волос на кончике, но здесь очень много силиконов разных. Вот. Также для волос неплохой. Из таких более натуральных это вот такие вот шампуни, отживки, молочко. А вот тут с млеком овсяным даже есть натуральный шампунь для волос тоже. И вот этой фирмы эти хорошие средства. Здесь мыло для рук, и которое я больше всего мне нравится, это вот такое вот мыло. Его надолго хватает, хорошо пенится, ну и радует, что состав у него 98% хотя бы натуральный. Вот так. Здесь также можно купить разные питания для детей, разные хрупкие, сухарики, печеньки, разные всякие такие снеки. Здесь у нас разные соки, в общем, все, чаи точно так же для лактации, ну и для мамочек, я думаю, очень корыстно. Здесь разная косметика для детей,
Также вот такие разные кружки, я думаю, это для ванны, для того, чтобы полоскать рот. Вот такие косметички детские, для детских разных принадлежностей, разные витамины детские, ну и много-много всего. По ценам, я думаю, что здесь прекрасно все видно. И здесь тоже разные средства по уходу. Очень много-много-много разных. Мне нравится то, что я достаточно часто беру. Это вот такой вот Oleic Hip. И он вообще просто для тела, не только детского, но и для взрослого. Очень классное масло. Так что рекомендую всем. Тут Бифантенол. Бифантен крем тоже очень полезный. Все мамочки, думаю, знают про такой крем. Очень кожистый и помогает вообще просто от всего, на раны, от сухостей, для всего. Вот. Все лучше, чем вот этот судокрем, потому что он очень сильно химический, хотя его продают для детей, но даже здесь пелигнярки, медсестры, которые для детей ухаживают, они не рекомендуют вот такой вот покупать. Вот. Лучше вот это. Здесь также есть разные губки, очиститель для воды. Кстати, на этом точно не нужно экономить. Рекомендую, если вам не дают в бесплатных делах, то рекомендую очищать воду, потому что вода может быть очень жесткой. Вот. Ну и здесь разные тряпочки, всякое такое. Вот, пожалуйста, цены, смотрите, сколько это все стоит. Вот. Такие для... одноразовые для протирки, для уборки, салфетки. Здесь разные туалетная бумага, ручники, 3,50 туалетная бумага, такая обычная, 6 злотых получается. И вот такие салфетки, которые можно брать тоже с собой. Здесь мне нравится отдел с маленькими баночками. Здесь все такое одноразовое, в дорогу, для того, чтобы иметь все при себе. Дезинфектор для рук, салфетки какие-то, вот такое вот. Ну, а здесь тоже разные пилинги и вебшидаш, вот даже хорошие. Гели для мытья лица, вот это все тоже здесь в этом отделе продается, можно здесь это все купить. Разные хорошие такие крема. Разные отживки, вот эти вот Альтера фирма, вроде как все ее рекомендуют. Очень хорошая также для ухода для лица, ну и для всякого такого. Здесь нужно просто подвигаться поближе и читать. Вот, например, серум до очи. И вот он. Точно так же разные крема. Просто нужно... Сначала идет фирма, а потом что это означает? Крем под очи. И потихоньку себе, возможно, переводить и пользоваться. Все дело с разными украшательными штучками. Здесь можно купить расчески разного вида, какие хочешь. Также здесь же можно купить ножницы, кто умеет стричь. Пожалуйста, ножницы. Гофрированные также ножницы можно здесь приобрести. Отдел с разными лаками, в том числе с разными отживками для ногтей, у кого ломкие ногти, то вот здесь можно наносить. Здесь также есть вот такой вот мощный витамин на 12 дней. Нужно ухаживать, и ногти восстанавливаются. То есть как лак наносишь, 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 наслаиваешь, наслаиваешь, и он лечит ногти. Так, ну и здесь отдел, в принципе, до которого я и хотела дойти, показать вам тоже разную. Сейчас в Эпшидаш очень большие скидки, и сейчас прям все скупают, сметают, все, что неровно лежит на полках из косметики. Вот туши, и здесь сверху написано фирма, к которым вы привыкли, в принципе, много всего нужного и ненужного. Идемте посмотрим. Maybelline. Сейчас, кстати, как раз по скидке. Просто я так замечательно пришла. Последний раз пробовала вот эту тушь. И как-то что-то мне кажется, что вот это намного лучше. И я как раз сейчас возьму себе даже.
пока по скидке, надо брать. Потому что потом опять не будет скидок, неизвестно что. А разные помады тоже сейчас, тоже по скидкам. Ну и здесь тоже Риммель, Эвелине. В общем, здесь все такие знанные фирмы есть. Также здесь вот тоже. Здесь есть тестеры, на которых написано «тестер», то можно посмотреть, что внутри находится. А те, которые без такой надписи, это значит уже, что нужно покупать, поэтому такие упаковки открывать нельзя. В общем, только где есть надпись. Вот. Пить и разные против боли лекарства, также разные укрепляющие на горячее, в общем, чтобы температура проходила. И вот такие вот разные, кстати, надо будет взять такие дышалки, чтобы нос пробивать. Ну и, конечно же, парацетамол, вернее, аспирин. Вот он. Все это можно тоже купить. На боль в спине также. Боль головы, АПАП здесь также можно купить. Ну и разные-разные другие лекарства, разные БАДы здесь также продаются. Разные витамины. Вот так. Ну что, друзья, на этом все. Благодарю вас, что пошли сегодня со мной в магазин. Надеюсь, вы сориентировались немножко по ценам. Благодарю вас за просмотр. Пока-пока. До встречи в Польше.